уникальное спортивное состязание любителей волейбола, которые хотят доказать свое превосходство. И вот сегодня мы здесь, в спорткомплексе «Север», наблюдаем за финальным матчем «Барнаул-Новосибирск», кто завоюет поездку в Санкт-Петербург уже на всероссийский финал волейбольной береговой лиги. Мероприятие уникальное, и большое спасибо и поклон организаторам, которые щепетильно и трепетно относятся к волейболу и вообще к позиционированию спорта в целом. Конечно, это повышает в первую очередь имидж лиги. Я думаю, что лига наша развивается, и это очень хорошо, мы этому очень рады. Мы ждем новых проектов, в которых будем участвовать, которые будут делать нашу жизнь интереснее. Посмотреть финал, но сама два раза участвовала и два раза побеждали. Ну и как здесь атмосфера другая, нежели чем в школах или на берегу? Атмосфера, конечно, другая. То есть зал заряжен энергией болельщиков, все пришли поддержать свою любимую команду целенаправленно. Надеетесь выиграть билеты в Питер? Надежда, конечно, есть. Я бы лучше выиграла мяч, потому что если кто-то один из нас выиграет билет в Питер, придется второму ехать за свой счет. Сегодня болею за красивый волейбол прежде всего, потому что предпочтение какой-то одной из двух команд отдать не могу. Все для меня важны. Да, у нас есть команда, которая еще начинает, но мы надеемся, что также скоро смогут выйти уже в суперфинал. За кого болеешь сейчас? Я за Южный квартал. Почему за Южный квартал? Просто хочу за Южный квартал. Что общего между танцами и волейболом? Ну, спорт. Там и там есть спортивные какие-то упражнения, спортивные движения, элементы. Умение танцевать поможет игрокам лучше играть? Да. В чем? Ну, в любом случае, какое-то чувство ритма, стяжка, пластика, все это присутствует. На данном этапе два проекта, которые мы поддерживаем в ВВЛ. Это выездной турецкий турнир, где мы собираем команды, которые любят не только играть, но еще и отдыхать. И, соответственно, команда 1001 тур тоже регулярно присутствует на этом турнире. И второй проект, который мы поддерживаем, это семья ВВЛ. Мы приветствуем, когда в ВВЛ приходят играть семьи, муж, жена, дети. Это очень здорово.
неожиданно. Мы старались, тренировались, ну и, собственно, добились того, к чему шли целый год. Алексею Беленькому огромнейшее спасибо. Это все, весь этот праздник благодаря только ему. Соперникам еще раз спасибо. Достойнейшие, настоящие игроки. Ну и спасибо всем, кто за нас болел. Всегда есть к чему стремиться. Здесь БВЛ на это и рассчитывал, что каждая команда занимает свою нишу по уровню. К чему будете стремиться теперь? Дальше играть, получать удовольствие, да. Как давно вы в лиге? 24 мая будет первый год, как я здесь участвую в этой команде. И уже завоевали титул лучшего игрока? Да, на самом деле очень неожиданно. Все ожиданно. Какие эмоции от победы в суперфинале? Мы очень стремились к этому, но, честно сказать, я на прошлой игре не думала, что мы выиграем полуфинал. А когда уже попали сюда, в этот зал, то я была уверена, что наша команда справится. Что вам дает лига? Почему здесь играете? Ну, первое – это друзья, второе – это общение с ними. И плюс волейбол. Я, ну, как бы, так сказать, у меня семья спортивная, и почти всю жизнь я играю в волейбол. Какие теперь стремления в лиге? Куда дальше двигаться? Ну, конечно же, сначала путевка в Питер, отыграть с командой Карелии, там показать достойный результат и защитить не только свою команду, но и команды всех дивизионов.